Всем привет, друзья, с вами Алриэль, и сегодня мы с вами все так же в World of Warcraft за нашего разбойника путешествуем по дополнению Пандарии, а именно занимаемся проносом всевозможных подземелий, точнее рейдовых геройков. Вот сейчас мы, собственно, тоже отправились в данж, по всей видимости, нам сюда. Опа. Понеслась жара. Вот это он именно прозрел мах. Получай, скотство. Он, наверное, аж обалдел, когда такой отряд на него... Опа, я подумал, еще кто-то. Ну чё, влетаем? А, не пускает. Пока что не пускает. Нужно нормал. Ну, ждем. Ждем. Засранец. Давайте сумоним быстренько всех и вся. Помогайте. И еще можно Тарилуса тоже на сумон кинуть. Стоять бояться. Вот это он именно прозрел. Выхватил именно люлей так добротно. Так, ну морозится там. Все, быстро. Грузимся и поехали. И вот мы и в данже. Так, сердце страха. Интересно. Так, в инста заходим, зайди и жди, один на сумоне, кто-нибудь останьтесь. Окей, пойду останусь на сумоне. Или уже не надо помощь? Не, наверное, все-таки надо. Гарнизон, понеслась. А он уже здесь. Окей. Сердце страха. Понятно. Так, все. Ну, будем считать, что все. А, вон, друля. Нус. Так, ну ладно, короче, походу никого нет, поэтому влетаем.
Давайте обновим ядики. Яды успешно обновлены. И теперь... Что теперь? А я даже и не знаю. Даже и не знаю. Яды есть. А, можно обновить вот этот кристальчик. Хлоп. Да, капитан. Артист. Так, ну что там? Интересно, а данж большой? Ну, походу, не маленький. Пам-пара-па-пара-пам. Так. Ну чё там? Чё ж вы так долго, да? Я аж устали ждать. Ну где этот Таурен Паладин? Ага, Таурен зашел. А я... Я какаша, жесть. Охинит. А прист у нас шпешничек. Походу шпешник пойдет мимо леса. Амнел летит. Где он летит? Жесть. О, жесть. Так, ну, короче, понятно. Пошла жара. Можно сделать вот так, я думаю. Вроде он все рассыпаются крайне быстро. Мы всего лишь вестники воли нашей императрицы. Да. Наше предназначение всего. Слушание ее божественному обивают наш порог. Было стрёмно. Ее императорский гнев сметет их. Так. Норм, чё? А мы идем дали. Да? Да. Ох, там уже воин. Походу чистит в соло. Не парясь особо. Так, этих парней тоже. Они лишь волны, которые разбивают сами преступные скалы ее божественной воли. Они накатывают снова и снова. На. Богиня хочет, чтобы мы выступили против чужаков. Ну так вот, наверное, опасно делать. А может и нет, хрен знает. Но мне как-то стрёмно. Я от всего не откажусь. Мне все это дело нужно. Хоть у меня и места нет, но я надеюсь, что мне по почте это все дело отправят.
Не откажусь, не откажусь. Поясочек тоже не откажусь. Мы слышим ее божественный глаз. Богиня избрала нас для выражения своей божественной Иди воли сюда. Нашими голосами смертных. Мы лишь орудия в ее руках. Так, даю адреналин. Просто раскочегариваем. И что это за нафиг? Мне ж без разницы, кого бить. А, все ок. Нужно перебазироваться туда. Ясно. Так умереть можно было, надо бы, наверное, запустить мне. Ой-ой-ой. Хотя оно жарит тут по копейкам. Ага, парень ливнул. Или его исключили. Давай, приземляйся. Пошла череда убийств. Табло. Бу-бу-бу. Мы не погрузимся в отчаяние. Если не откажусь. Хочет, чтобы мы погибли, это даже за нидю. Не откажусь. Нид, не откажусь. Двигаем дальше. Вперед из песней. Так, и чё тут? Нас встречают, да? А, нет. Оу! Дед, ух ты, нихрена себе, он зарядил меня. Засранец. Сопляки. Ничего себе, я ствол выкинул, блин. А где ж ачивка на это дело? Недостаточно. Они не прошли испытания. Сможете ли вы? Они приближаются. Хорошо. Жаль, здесь нет. К бою, чужаки! Вам предстоит сразиться со мной. Повелителем клинков Таяком. Мы только за. Да. Однако. И махай некому Бэлда. Смешно. Ух ты, блин, куда нас отправили. Нас, короче, выпроводили, да? Ух ты, блин. Нифига себе. Ух ты, ё-моё. Да вы шутите. Сильно долго мы, видать, бежали. Лежать. Мне всегда хотелось нанести кому-то такой удар, чтобы услышать этот звук. Но слышать его исходящим из собственной глотки как-то глупо. Есть такое дело. Мы слегка опьянели, да? Ого. Время восстановления 1 час. Нехило.
Да. Жалкие бескрылые личинки. Все это сюда. Мои владения. Ага. Ваши предсмертные крики усладят мой слух, пока вы будете падать с этой террасы. Именно. Именно. Садик, построиться! Дыхание императрицы! Пошли нам могучего Горолона! Так, и чё тут? Серьезно. Горолон! Преврати их кости в пыль! Берегитесь. Так. Что-то мне, видать, надо делать. Берегитесь. Не знаю, конечно, что... Что делать? 4, 3, 2, 1. Заливают нормально так. Берегитесь. Так, короче, даем так, даю кош, ваниш и пошел вливать. Берегитесь. Давайте, череда убийств. Ну, какой-то странный вообще босс, такой необычный. Не удивлюсь, если он вызывал траблы в актуальное время. Очень необычный босс. Невероятно! Шридик! Зардик! Гордик! На вершину террасы! Защищайте императрицу! Так, чё дальше? Ездить на маунте не можем? Жаль. Значит, побежим пешочком. Что у нас здесь? О, серьезно. 51 лям. Пандария падет под натиском крыльев императрицы. Так, стоять. Давайте этих засранцев на фарш. Короче, сливаем босса. Крылья императрицы не подведут ее! Опа, ловушка на мне. Вы заплатите за свои проступки. Надо было отбежать, да? По всей видимости. Но я попытался отбежать. Императрица, быстро мы его. Я вас подвел. Так, не откажусь. А вот кольцо за Нидию, оно дорогое. Включаем опять. О, ты ж ё-моё, уехай, меня вынесли. Ну не беда. Да, не беда, все получили по лицу, идем дальше. Фила кто-нибудь? Так, а мы... Даже не знаю, куда двигаемся. А, ну, все понятно. Вижу, вам удалось найти мои экспериментальные образцы. Подойдите поближе и узрите все величие моего гения. Да-да-да. Надо, походу, помочь им парней слить. О, еще и скорпиона.
сюда, скорпиончик. Свободен. Этих ребят тоже? Или вряд ли? Конечно, готовы. Мы всегда готовы. Готовы, поехали. Наверное, вы сильны, раз зашли так далеко. Да, да, из вас выйдут достойные подопытные. Давай, давай, давай. Ой, я не дал. Не дал вот это. Смерть порвала меня, есть для вас подарок. Но подарки не нужны, спасибо. Братан, давай я включу, наверное. Дам череду убийств. Берегитесь. Серьезно? А, ладно, короче. Идем дальше его. Берегитесь. Так, а что, по-моему, не проходит по нему урон, не? Берегитесь. Что вы наделали? Нет. Вы не можете положить конец моему делу. И я вам не позволю. Стоять, бояться, непозволитель. Берегитесь. Еще не... А, блин, я думал, что за дела, не отнимались хп, думаю. Что-то шляпа какая-то чуть-чуть. Так, пошла череда убийств очередная. Есть для вас подарок. Ой-ой-ой. Смерть порождает жизнь. А жизнь — смерть. Four. Давай, есть. Меня, фух, затащили, а? Хоть я и помер, но это мелочи. Чё там, Масрес пошёл? Закройте врата! Перегородите выходы! Уничтожьте чужаков! Так, ещё один босс, да? Великая императрица. И где эта императрица? А ее не видно, да? Но не беда. Ща появится. Девчуля. Так. Ходи давай, стелс. Баф дал. Дайте ребаф. То что-то там. Опа. А вот и мадмуазель. 27 лямов, да? Кто осмелится пойти против моей империи? Что там с Бэлом? Бэл пошел, это радует. Вливаем. Шесть дури. Давай, давай, давай. Ой-ой-ой. Отходим. Ой. Да. Пой в агонии. Пошла череда убийств. Больше никаких оправданий, императрица.
Избавься от этих кретинов, или я сам убью тебя! Ого, серьезно. Так, я побежал, короче, куда-то неизвестно куда. Есть! Императрицу сняли. Ничтожество! Поди предо мной и умри! Жалкое насекомое! Я презираю ваш род! Ну а что до вас? Ищите меня, если вам хватит смелости! Все равно вы умрете в муках, как и все остальные! Да-да-да! О, а тут морской пир стоит, надо же! Надо перекусить. Пополнить хпшечку. Так, все, пополнили, двигаем. Так, спринт. Побежал. Сколько мы там за сегодня получили достижений? Чуть больше, чем дофига, я думаю. Я так ворвался. Вообще неплохо. У меня даже еще не все исследовано. Оу. Надо селфи поделать. 6. 25 редких существ в танаанских джунглях. Однако, танаанские джунгли, они, конечно, там кишат всевозможными тварями. Это я. Монреаль. Так, а чё, откуда? Отсюда куда? Ага, вон куда. Не туда я кудысь погнал. Куда и дальше? По-моему, сюда. А может и нет. Хрен его знает. Не помню. Но забавный такой этот модель у чувака этого. Причем очень. Боже, сколько еще бежать? Интересно, можно тут так? Ага, хрен там. Окей, коль нельзя так, пойдем по старинке. Стоять. Чем завагонили. Догоняет, что ли? Он короче, на фоллоу, да, решил? Брык. Ух ты, блин, а. Твари какие. Выходим. Прыгаю на феню. Погнал. Правда, не знаю куда. Куда он сказал лететь? На вершину Кунлай, по-моему. Да, да, он в Монреале. В вершину Кунлай двигаем. А где он? Ага, вон он.
квесты даже какие-то. Ну, собственно, мы летим с вами, друзья. Я думаю, что на сегодня можно было бы уже и остановиться. Рейд мы с вами пронесли один, Пандарию немножечко посмотрели в героике. Всем спасибо за просмотр, обязательно поддержите видео лайками, подписывайтесь на канал. И встретимся мы с вами совсем скоро в следующей серии. Всем пока, друзья!